Так, отливаем женщину, Екатерину. Свинец очень долго, сейчас вот видите, сейчас быстро пошел, очень долго расходился, буквально, наверное, минут 15 отливка шла. Какие-то листики упали, я их оттуда пытался убрать, но они рассыпались. Да, все, зато свинец мягкий. Итак, батюшка свинец, помоги нам очистить Екатерину. У Екатерины сложный случай. Семья вообще, как говорится, не дай боже. Папаня колдует. Маманя вообще ведьма. В ней, ну, не просто ведьма, одержимая, злобная, друзья мои. Прямо там у нее три таких беса, и она, ну, столько людей на тот свет отправила. И как бы еще и дочку свою всю жизнь питается ей. Любая удача у дочери, она прямо ее схватывает. Он сразу замерзать стала. Так что, батюшка свинец, помоги нам очистить Екатерину от этих паразитарных воздействий матери, оторвать вот эти корни колдовские, пробиться до настоящей силы рода, чтобы очистить ее, собрать все. Посмотрим, какой друг это батюшка, северный ветер, помоги. На север бросаем заговоренную соль с полынью. Фотография лежит здесь у нас под заговоренной водой. Север, голова, точно север, юг, запад, восток. Посмотрим, какой друг какой из ветер, из ветров друг Екатерины. Батюшка, южный ветер, помоги. Батюшка, западный ветер, восточный ветер. Сейчас вот какой ветер подует, значит, такой друг у Екатерины. С юга. Южный ветер сейчас друг Екатерины. Так. Батюшка, огонь, помоги, щепотку соли в жаровню кидаем. Щепотку соли кидаем. Свинец, батюшка, свинец. Вода заговоренная, три щепотки соли с полынью. Помоги, закрепи. Силы земли, сила неба, сила огня, сила воды, помогите. Собираем, снимаем морок с головы, очищаем. Очищаем голову от всех подключений, от эгрегориальных, от подключений, от лярв, от бесов. Шейную чакру открываем, общение, чтобы хорошее общение было. Руки, каналы удачи открываем. Потяжелело, каналы удачи были перекрыты. Сердце очищаем, чтобы хорошие люди, хорошие друзья были. У Екатерины очистим. Центр удачи, восьмерочка очищаем. Солнце удачи, чтобы удача, благосостояние пришло в ее день. Вторую чакру, чтобы семейная жизнь, чтобы счастливая началась, появились люди, хорошие мужчины. Центр здоровья, ноги, смотрите, свинец не замерзает, хороший признак, ноги, чтобы земля носила, кормила, защищала. Очищаем ауру, все паразитические подключки, влияние всех бесов, родовых подключений, лярв, чтобы вообще в ауре так замерзло, все ставим на огонь. Пробуем, друзья мои, потемнело, посветлело, потяжелело, много свинец собрал. Посмотрим эту отливку, что здесь. Все паразитарные связи из прошлого, из будущего, настоящее время, из прошлых воплощений, из будущих воплощений. Здесь и сейчас, батюшка свинец, раскрой все каналы, раскрой все дороги, все крадники, все замки разомкни. Убери все подключения всех бесов, всех сущностей, которые питались. Убери плохих людей, собери все это, замкни всю гадость и открой все пути, все дороги для Екатерины. Паразитарную связь разорви, всех вампиров отгони, чтобы энергия Екатерины была ядовитой, токсична для любых паразитарных сущностей, существ. Силы земли, силы неба. Еще разочек пройдемся. Голова, шея, руки, восьмерочкой канал удачи открываем. Сердце Екатерины открываем. Центр удачи открываем. Так, ноги, каналы, чтобы земля носила, кормила, защищала ее. Ауру очищаем от всех подключений, от всех бесов. Так, три щепотки заговоренной соли еще бросаем в воду. Свинец, батюшка свинец, помоги. Зашипело. Огонь, помоги нам. Сила земли, сила неба из прошлых воплощений, из будущих воплощений, здесь и сейчас. Из прошлого, из будущего, в настоящее время. Ну вот видите, есть муть, но не так ее много вначале. Сейчас уже будем отливать, дорогие мои. Смотрим, видите. Все старые подключения по роду, все проклятия собери, убери, очисти Екатерину. Ох, зло вода шипанула.
зло зашипела водичка. Осталось еще, видите, остается. Ну, здесь, смотрите, прямо все опять же разорвало. Сейчас смотрим и достаем вот этот большой основной кусок и маленькие вот эти куски. Но я смотрю, непростая, как доля досталась этой женщине. Посмотрим, какие блоки стояли, от кого и почему. Много вот этой пыли, злых слов, то есть много на Екатерину каких-то злых этих. Сначала смотрим, опа, отлетело. Маленький, о, здесь было вот прямо крупное такое пожелание, держало, видите, открылось колдовство, держало ее. Раз, он здесь прямо вот эти сущности держались, крепились к ее, наверное, центру удачи. Он еще одна с шипом, то есть колдовали, активно колдовали. Он, видите, мешочек, замочек тоже замкнутое было, но открылся. И вот еще здесь, опа, ну здесь прямо рептилоид настоящий и тоже держал проклятие какое-то. Ну и здесь вот мелкие бесята. Ну вот видите, много этого. Вот это отлетело, тоже сущность, змея какая-то питалась ее энергией. Он еще, вот видите, колдовские открытия, прямо мешки открылись вот этого гноя колдовского. Смотрим породу. Да, не очень хорошо. Прямо чувствуется некротическая энергия по материнской линии здесь вообще. Так. Ну, по отцовской линии тоже есть проблематика. Здесь больше как бы такие... А вот по материнской прямо некротическая энергия. Некротическая с этими. И вот, вот она. Видите, женская энергия была замкнута, закрыта. Она открылась. Здесь прямо стопор стоял вон. Ну, все пути мы открыли. Пути открыли и даже, смотрите, открыли как бы до горловой чакры пошло. То есть хорошо. Не это... Ну вот здесь прямо бесята, родовое проклятие по материнской линии, четвертое поколение. Что-то здесь вот прямо на костях некротическое было. Все, сейчас нам надо срочно вызвать образ Екатерины, продышать ее, потому что, ну, очень травматично, когда свинец, он очень резко вырывает. И даже несмотря на то, что я работаю после этого с фантомом человека, заполняю вот эти вот все раны и шрамы, что вот свинец вырвал, когда это давно, еще и породу, еще и вот это колдовство и бесы, то человек может даже болеть несколько дней. И несмотря на то, что мне часто пишут, что был кризис, прямо человек чувствует. Они не знают, когда я буду делать эти отливки, но чувствуют абсолютно точно, их накрывает достаточно серьезно. Даже, а если не продышать это все, не закрыть эти шрамы, вмятины в энергетическом поле, то, ну, для человека это вообще просто как тяжелая болезнь. Но сейчас мы вызовем образ Екатерины, прокачаем ее, и я надеюсь, что все будет у нее в порядке. Не знаю, хватит ли этой отливки или нужно отливать еще, но, видите, прямо аж, вон там, бесенок аж вырвался, не сумел. Не сумел уйти. Взяли мы всех. Все драгоценное имею. Пока.